кататься. Я боюсь всегда с самого утра принимать телефон на рассказ. Ты любишь ходить в детский сад? Да. Почему? Потому что там можно поиграть и можно приносить картины. А еще? Потому что там много игрушек интересненьких. Угу. Понятно. Ты любишь ходить в детский сад? Почему я люблю ходить в детский сад? Потому что там задания подают, играть можно. Еще веселиться можно. Там всегда праздники подают. Мам и пап. Всем привет! Меня зовут Ваня. И я люблю ходить в садик, потому что там хорошие каши, потому что там любимые у меня есть занятия, и потому что там можно поспать. И почему ты любишь ходить в детский садик? Потому что там очень весело, там очень много заданий, чтобы нам задавали, и мы их чтобы мы стали умнее. Вот они нам дают очень, что они узнают, сразу дают нам, чтобы мы узнавали новое, и чтобы мы стали умнее. И там еще можно поиграть, например, во что. Любишь ли ты ходить в садик? Да. Почему? Потому что там много друзей, и вот праздники, когда-то задания есть. Я люблю свою группу «Подснежник», потому что она самая лучшая в мире. Там можно кушать, играться, ходить на прогулку, заниматься. Пожалуйста, ты любишь в садик ходить? Да. А что вы, чем вы там занимаетесь? Чему тебя учат воспитатели? Меня учат математикой. Математикой? Что ты еще делаешь в садике? Мы говорим, сколько будет 1 и 3, сколько будет 2 и 1. Получится 3. Угу. Лидочка, чем тебе больше всего нравится в детском саду заниматься? В садике есть такой прозрачный коробок с оранжевой крышкой. Там такой пластмассовый конструктор. Зеленый, красный, белый, черный разного цвета. И разные фигуры. Есть квадратные. Из них можно сделать кубик или ракету. Ты любишь играть в этот конструктор? Да. Лидочка, а какое тебе нравится занятие с воспитателями? Ходить и петь. А что ты, какую песенку любишь петь? Про маму. Спой, пожалуйста. Немножко забыла. Муся, привет. Расскажи, привет. Нравится тебе в садик ходить? Да. А что там тебе нравится? Ребята хорошие. Так. Еще можно поиграть с ними. Так. И поспать. Ой, вообще красота. А еще что? И там хорошие воспитатели. О, повезло вам. А что вы делаете? Делаем диктанты. Нравится? Молодцы, будьте умненькие, да? Thank you.
люблю. Вы у меня самые любимые и красивые. Я вас сильно-сильно люблю от души своей. Вы мое сердечко и любимое. Я вас сильно-сильно люблю от души своей любимой. Вы мои любимые и красивые. Дорогие воспитатели, я вас поздравляю с женским днем. Желаю вам добра, здоровья, чтобы вы хорошо ели кашу. Что еще? Чтобы вы не ругались на наших мам, и чтобы вы на нас не ругались. Они что, ругаются, что ли? Да-да-да, воспитатели. А что ты им хочешь пожелать на 8 марта? Цветных, разноцветных крашек. Чтоб у них было все хорошо. Воспитатели, поздравляю с 8 марта! В честь этого международного праздника Екатерина Владимировна и Владимировна и Марина Викторовна, я вас поздравляю с Международным женским днем. Я вам желаю любви, счастья, здоровья. Кать, хочешь что-нибудь воспитателям? Счастья, здоровья и веселья! А пожелать воспитателям? Торт, конфеты, чай и здоровья. А давай пожелаем Катерине Владимировне, Юлии Владимировне и Марине Викторовне на 8 марта чего? Шоколадку и платье. Здорово. Марину Викторовну люблю, Юлию Владимировну люблю, Катерину Владимировну, они потому что самые лучшие в мире, и я желаю им здоровья, чтобы они не болели, и были красивые. Поздравляю с женским днем!